На самом деле договориться с пациентом, что он будет соблюдать все рекомендации и лечиться. Вот удал ему рецепт, он ушел домой, а через 2 недели приходит, и оказывается, что терапия не так эффективна, как ты предполагал. А время ведь ушло. А с решением от Сберздоровья я всегда знаю, какие показатели моего пациента, какое у него давление, и всегда могу позвонить ему и вмешаться в ситуацию, скорректировать терапию и получить тот результат, который мы оба ожидаем. Всем хорошо. Раньше, чтобы получить круглосуточную медицинскую помощь, пациент должен был обратиться в скорую. Сейчас же, обладая всеми данными сносимых устройств, врач может намного быстрее принять то или иное решение, назначить пациенту терапию, либо принять решение о его госпитализации. Отпуская домой пациента, я говорил: измеряйте, пожалуйста, давление несколько раз в день, а полученные данные записывайте в дневник. Но тут нужна самодисциплина, и не каждый пациент готов делать это длительное время. Сейчас же умный тонометр делает это все сам, а я получаю достоверные данные, которые мне нужны для принятия решения о дальнейшей тактике лечения. На практике мы часто сталкиваемся с тем, что родители живут отдельно, иногда даже в других городах. Некоторые из них испытывают определенные сложности в использовании современных систем. Сберздоровье создал простую систему, которая доступна каждому. Более того, родственник может следить за состоянием своего близкого и среагировать, если что-то вышло за пределы установленного сценария. Умный мониторинг от Сберздоровья делает здравоохранение настолько индивидуальным, насколько это возможно.